Судя по тому, что они перекликаются во многом. И те же самые проекты были отмечены. Да? Я сейчас просто хочу сказать, как абстрагироваться не как депутат, потому что я депутат 17 декабря, да? Тогда, то есть я могу сказать как обыкновенный житель, да? То, что я наблюдал в течение года со стороны, как бы, да, я как бы о том, что действительно за прошедший период сделана очень большая работа, и радует то, что эта работа проведена в тесном взаимодействии с администрацией города, с руководством города и так далее. Потому что когда не было вот этого налаженного нормального взаимодействия, да, ну, во многом, наверное, многие бы вот эти проекты где бы реализованы или были бы реализованы не так хорошо, как на самом деле. Поэтому я считаю, что и отчет замечательный. Единственное, что до первой половины, когда комплексный план, для него было сухо сильно, просто фраза, полоска. Когда вот он стал насыщенный такой, да, с фотографиями, когда где эмоции надо добавиться, да, легче воспринимается. Короче, будем все в картинку сделать. Ну, в том числе, да. Это, по крайней мере, легче смотреть, воспринимать, чем когда монотонный приклад.